Дорогие друзья, всем привет! С вами Богдан. Боже мой! Неужели? Неужели это случилось? Это новая игра от нашего девелопера. И это не бабка, это не Слендрина, к сожалению. И это совсем что-то другое. Это совсем что-то другое. По крайней мере, так я вижу. Так я вижу, что я не вижу Грэнни. Боже мой, неужели это случилось? Восьмое чудо света, господи! Ой, я уже увидел несколько десятков комментариев за этот час. Сейчас все будет. Игра называется The Twins. По описанию, как я понял, мы должны будем кого-то ограбить. Я так понял, мы сами грабители, должны будем кого-то ограбить. Мы что-то там сделали, что-то это. В общем, вот она, собственно, перед нами. Вот собака, главное, выпустил игру сразу и выпустил трейлер. Вот это я за это его не люблю, не подготовишься, ничего, не будешь ждать. Вот просто она резко, пух, появляется, ёханый бабай, и все. Собственно, вот, у нас тут, как обычно, Easy, Normal, Hard, Extreme. Ну, это мы, конечно же, все пройдем. Пройдем все режимы. Так, качество я поставил, и сейчас на сложности нормале мы поиграем в игру. Как обычно, никакого практиса, только на нормале всегда мы начинаем. На практисе я и сам могу пройти, там, поза съемкой, так скажем, изучить, пройти, а потом уже играть на нормале полностью. Поехали, посмотрим, что это. Так, твое задание найти эти три предмета. Там что, Путин на монете нарисован? Что это такое? Блин, похож. Так, алмаз, Мону Лизу и монетку Путина надо найти. Хорошо, Путин потерял монетку, нам надо ее найти. Ну понятно, почему мы идем грабить, все понятно. Покиньте дом через выход, через дверь. Угу. Окей, поехали. Так. Боб и Бак. Их зовут Боб и Бак. Так, Бобик и Лёлик, будем так их называть. Их двое, хорошо. Я видел картинки, как они выглядят, какие-то эльфы, господи. Слышат все. Попробуй быть тихим. Помни быть осторожным, потому что ты можешь повредить себя. Когда твоя жизнь уйдет, игра закончена. Ага, значит, у нас не по дням, а у нас жизни. Поехали. 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 Итак. Ага. Ага, это я типа на лестнице на крышу залез. Опа. Мне музыка нравится, прикольно. Итак, собственно, The Twins у нас игра. Twins, по-моему, это переводится как близнецы. Короче, это братья-близнецы. Так, иди мне тут ломать. Ага. Вот так вот. Слушайте, я прыгать могу. Ничего себе. Я в этой игре могу прыгать. Теперь я прыгу. Опа. Вон, я вижу Мону Лизу, кстати. Уже вижу. Уже вижу, ну же... Ё-моё, тут что, паркур? Это что, жуколей нарисован? Так, ладно-ка, пойдем. Вижу... Бля! Тихо-тихо. Тихо-тихо. Ладно, надо... Это паркур, ё-моё, тут надо осторожным быть. Наверное, поэтому нам прыжок добавили. Так, ну шо? Вот двери. Так, и что тут? Нужен красный ключ. А что тут надо? Нужно что-нибудь. Так, хорошо. Ну, пока вроде выглядит все несложно. Посмотрим. А, это бошки наших близнецов, собственно. Ну, по графону, как в стиле девелопера, абсолютно. Абсолютно. Так, ну что, смотрим. Ну, я уверен, что это все будет очень похоже и на бабку, и на... Ну, на Слендрину это, конечно, не будет похоже, потому что Слендрина — это отдельная тема. А на Слендрину ничто не похоже, вот. Абсолютно. Так, пойдем изучать. Это жуколень. А это бутылка. Бутылка, нормально. Так, давай изучать-ка. Зеленый ключ. Однако.
Надо ж как-то еще туда добраться, она что-то... Ух ты, ё-моё! Здорово, Бобик. Он меня шокером долбанул. Шокером, блядь. Шокером. Он шокером ходит. Так, я уже попался. Так, хорошо. Как выбираться? Фу, тут воняет, тут грязь. Тут вода. Я что, в сральнике каком-то или что? Что такое? Что это, я типа их зову, они мне дверь откроют? Не, нормально, клеточка такая. Сюда иди. О, слышу, идет, идет. Ух ты. Здорово, Бобик. А, я понял. Ой, он кашляет. У него коронавирус. Зачем мы в это играем? Боже. Так, хорошо. Какой-то хэндвил нужен. Красный ключ, красный ключ. А, у меня несколько слотов даже для инвентаря. Так, тут кирпичная стена, однако. Вот так поворот. Так, у меня есть красный ключ. Это что такое? Револьвер, патроны для револьвера. Ё-моё, мы будем тут стрелять, я понял. Так, а здесь, скорее всего, нужно будет упасть. Не? Ну ладно, я думаю, падает эта штука. Так, давайте чекать шкафчики. Пока что интересно, очень, очень. Может, просто я под впечатлением того, что это не бабка совсем. Так, а вот здесь что-то странное, я туда заходить не буду. Так, ну давай-ка изучать. Давай-ка изучать. Что тут у нас, собственно? Интересно, будут ли какие-то пасхалки? Может, это какие-то внуки Грэнни? Сыновья, отцы, прадеды. Тут хрен пойми. Так, это что такое? Отрава для крыс? Чего? Так, они где-то там ходят. Ага, я умею ускоряться, кстати. Окей. Допустим. Так, ну давай смотреть, что тут вообще. Что тут вообще у нас такое? Ага, это прятки. Хорошо. Ну, шкафчики. Это уже из бабки перешло к нам. Смотрим, что здесь. Так, это надо тут лом. Здесь, скорее всего, лом нужен или топор. Вон... Кстати, там лежит вот этот ручень, который нам нужен в подвале. Угу, угу, угу. Ничего пока не понятно. Кстати, вот ручник. Ой, лом. Так, это что такое? Дезинфикатор. А в чем дело? Сука. Их двое, вон они. Ребята, здорово. Оу. Такой у тебя брат толстый. Ебать, он жирный, сколько складок. Побежали. Побежали, побежали, ну его на. Так, а ну-ка, стой. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, пацаны, да вы чё? С двух сторон, да, ну как это так, а? А что ты шокером меня лупишь все время, а? Что такое? Что такое? Сколько еще и на ступеньки уронили, твою мать. Зараза. У меня, кстати, осталось.
Яд для крыс. Так, собственно. Что? Хороший унитаз, ребята. Погнали, теперь я какашка, пойдем. Итак, идем сюда, тут что-то есть. Это что, детали револьвера? Да. Не, мне нравится, что несколько слотов есть. Это хотя бы удобнее. А, это унитаз. Хорошо, я все думаю. Что это странное такое? Так, пойдем, выбираемся отсюда. Я вам сразу скажу, я, скорее всего, не пройду с первого раза. Ну, понятное дело. Потому что я абсолютно не вдупляю. О, мы выбрались. Что тут происходит? Так, это я отсюда вышел. Хорошо. Ну... Ебать, он жирный. Посмотри, какое пузо. Ебать, ты жрёшь. Лысый, ты чё? Второй ходит, слышь. Ну, а чё ты там стоишь, тебе что? Ядом напоить, что? У меня есть, как бы. Давай выпьем на две рюмочки, так скажем. Только после тебя. Так, всё по настройкам. Ага, ну, меня, в принципе, все устраивает. А чё он там стоит? Что он хочет? Алло? Бля-бля-бля. Да, их двое, это, конечно, тяжело. Сука. Ха? Ага. Нормально, это стелс, блядь. Побежали отсюда. Так. Ух ты. Давай. А что такое? Они за... Он за мной до сих пор гонится, чешу? В чем дело, бро? Так, а это что? Ух ты, елки-палки. А двери закрыть не хочешь? Что это такое? Ё-моё, вот это да. Давай встанем. Это паркур какой-то, ничего себе. Мне тут прыгать надо. Блять. Если бы я грабил кого-то, это было бы очень смешно. Так, где я теперь? Опять где унитаз? Тю, ребята, починить нельзя было, как бы, ну. Знаете, природа зовет. И все такое. Ленивые какие-то. Биба и Боба. Биба и Боба, два долбоеба. Так, идем. Что это за зеленый ключ? Это кухня. Так. Холодильник. Пустой. Изучаем, изучаем. Мне пока все нравится, если честно. Она говорит, конечно, это похоже на бабку, как будто пародия на саму бабку. Но хотя бы что-то другое. Что-то интересное. Хаммер. Ага, мне кажется, он для досок нам понадобится. Так, ну везде пусто. Зато я нашел молоток. Жирный, жирный. Поезд пассажирный. Входит. Блять. Ебать, жопа у него. Ой. Ой, тут надо спешить. Он, наверное, же умеет сюда спускаться. Или не умеет? Не, пока не собирается. Но он жирный. Он не может сюда спуститься, не пролезет. Ну все. Счастливо оставаться. Так, погоди. Я сюда, может, мне не надо прыгать? Потому что я вон там вижу досочку, она сейчас подымется ко мне. Мне интересно, что это. Так, а ну давай-ка. Ага, может, вот так надо делать? Мне кажется, там просто нигде ничего уже нету. Так. Ну пока паркур, да, веселый. Давай, 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 хорош. Ага, все, я понял. Тут надо это. Очень интересно. Можно еще ниже спуститься. И мы видели с вами эту штучку. Вот как ее только достать, это надо будет понять.
Что это такое? Что? Что случилось? Что меня убило? И как я, допустим, теперь Хаммер достану? Так, а где я проснулся, собственно? Что это такое? Динамит? Опа. Опа. Вот так вот. Ух ты, ух ты, ух ты, динамит. Нихуя себе. Блин, меня взорвало. Блять. Опа. Итак, что происходит? О, твой жирный брат нихуя себе чинит. Смотри, какой хорош. Какой молодец. А что... Ёбаный в рот. Да... Это жук! Это жук! Это жук. Жук-олень здоровый, нахуй. Вот такая вот... Прикольно. Ладно, ребят, я тогда на этом с вами прощаюсь, я буду проходить, дело в том, что у меня как бы просто времени на сегодня уже мало было, и третий видос я как-то не планировал, но на радость вам, и не на радость мне, он все-таки выйдет, так что я пошел изучать дальше игру, завтра пойдут видосы, а пока что я с вами прощаюсь, ссылка на игру будет в описании, все, всем спасибо, ребята, всем пока, игра... Мне понравилось. Возможно, только потому, что это не бабка. Но, по крайней мере, впечатление очень хорошее. Я прям, когда уже начал называть девелопера анусом бабуина, он решил все-таки выпустить игру. Ну ладно, теперь он просто будет анус. Ну или бабуин, там кому как удобнее. Но они точно не все вместе. Так что, все, ребята, всем пока.